Hola, señores y señoritas, Guакамоле приветствует вас. Мы продолжаем. И это лес, дождливый лес, нет, дождливый лес, нет. Это, ага, храм дождя. Я же говорил, что что-то здесь замешано на дождике в четверг. Так, I don't have money. У меня нет денежек, чтобы что-нибудь купить ненужное. Чтобы продать ненужное, нужно ограбить этого мужичка, нет? Хо-хо-хо! Придержи коней! Ты идешь в храм? Я только что оттуда. И поверь мне, не хотел бы я быть частью этого. Сокровища исчезли оттуда, испарились. Я могу поклясться, что я видел мертвецов. Конечно, я знаю, я сам труп. А, в общем, не возвращаться мне больше туда не хочется. Окей, мужик. Я же не ты, я же... Лучидор прекраснейший. Вот такой вот портальчик. У-ху-ху-ху. Хороший храмик, хороший. Чука-па-чука-па-ка. Бука, но... Как всегда, я получаю в челюсть. Эй. Опа. Так. Твоя кость меня не достанет. Оп. Так. Оп. Еп. Я расплющил тебя, красноногий. Воу, хот-хот-хот-хот, леди. О, мой бог. Кто у нас тут? Это тот самый лучидор, которого повстречал ягуар Джавьер в лесу недавно. Похоже, он не рассказал о лучшей твоей части. Какой части? Эта женщина просто с ума сошла. Ха-ха-ха, лучидор. Потерялся, да? Я подозреваю, что ты ищешь Калаку. Иси, он сейчас с пламенным лицом. Такое погонялово, пламенное лицо. И девчонкой готовится к церемонии. Может быть, после того, как ты надерешь ему задницу, мы можем немножко повеселиться? Конечно, девушка. Бам! А-та-та. Никакого эффекта. А, ну что, надеюсь, в следующий раз, когда мы с тобой повстречаемся, ты проявишь больше внимания. Но сейчас Калака... Алебриджи. Какой-то... А! Животное Калаки Алебриджи зовет меня. Он так одинок. И ему не с кем... Серьезно? Тяжелый петинг! Просто женщина-дьявол. У нас гости. Позаботься о нем комфортабельно, чтобы ему было, как всегда, да? Ууу, какие маленькие. Чука-пука-пака-пака-бум! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам! Какие-то гномы. Воу, как их много! Воу, это уже... Весело! Бога-бога-бога! Так. У-ху-ху-ху! Как вас много! Только знай, закидывай! Так, мне нужно на Е кого-нибудь и вот так вот! О, когда их много, бросок спасает и решает! Да! Это мой учитель, коза, баран или овец. Овец и бык. Так... Что за шмаги-балаги? Опа! Опа! Такой красный джентльмен. Прыжок. Так. Опа! Тут-то дверь открыта, так-то ларчик открывался. Как мне... Так, что-то я пока не пойму. Ладно. Допустим, я могу прыгнуть...
Вот как-то так. Опа! Теперь мне нужно... Почти! Я знаю, в чем тут дело. Разбега. Ой, блин, с какого разбега? С какого перепугу бега? Первая попытка была удачней. Еще разок. Yes! I'm a superstar! И мне досталось полмаски. Вау, еще какая-то... Какой-то физиономия у меня. Так, тут прохода нет, нужно сделать так. Так! Так-то лучше. Так-то лучше, красавчик. Опа. Я уж приготовился к страшному. Но... А что у меня с деньгами? Деньги. Зайдем сюда. Так, здесь не пройти. А здесь... Так, что это? Видать, это и есть домашнее животное. Тихо, мальчик, тихо. Спи. Какой сладенький. Спи. Так. У меня руки тут внизу, я не мастурбирую, нет. Я просто играю с геймпадом. Опа! Ты не ожидал, что я тебя вскрою? Вскрыл-то, парня. Оп, блин. О-ла-лайка, балалайка. Оп-о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 п. Мега-комбо. Буя. Money, take it, money, make it! У-ху-ху-ху, бородавочник какой-то. Разбил его плоть о стены этого замка. Вот так. Хорошо. О, еще. Мало вас не может быть. Так. Переключаемся. Наносим еще сокрушительный удар. И удар. И все. Забираем сокровище. И движемся вниз. Так, я это уже знаю. Я это встречал. Просто прекрасный молодой человек. Сей! Ой, это было страшненько. Потому что он гигантских размеров. О! Что это такое? А? Козел! Это мой мастер! Холли гуакамоле! На английском классно звучит. Святое гуакамоле! Чувак, ты уже запарил разбивать мои статуи. Хорошо, я тебя сейчас научу новому приему. Он называется Baby Boy. Нет, Kill this Baby Boy the Goal Jump. Не знаю, что это Goal Jump. Он скользящий. Когда ты делаешь прыжок, в общем, похоже, это такой скользящий Goal Jump. Или, не знаю, сейчас посмотрим, что за прыжок. Нажимай Up. Ага, когда к стене. О, так. Ху-ху, ама. Обезьяночка, я. Пошли дальше. Опа. Что-то произошло. Звук нелицеприятный. О, мое домашнее животное сбежало. Последую за ним. Нет, сдох. Туда не надо ходить. Не ходи туда, Антон. Не ходи. Эй, мэн! Ты скользишь по стенам. Я уже знаю. А-ла-ла-ла-ла! Вот так. Оп. Так. Оп. Вот так.
Это было круто! Это было круто! Так. Ага. Ого. Так. Тики-тики, сколько у меня денег? 1300. Что-нибудь я могу купить? Да, я могу купить стамчак. Это желтое фигнище, которое... Да, давай, почему нет? Буя! Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Которое позволяет... Делать 3 этих суперудара каких-то. Вау! Вау! Не ждали, да, парни? Не ждали. Буя! Какой ты резвый! Резвый, иди ко мне! На. И что это? Это ничего. Тут надо быть аккуратней. Вот так вот. Вот так вот. Застрекотал Бармалейчик. Что здесь? Босс! Кто бы сомневался. Но я готов к этому. Я к этому готов. Пу! Лети ударь своего друга. По носопыре какие-то зеленые. Оп! Какой же он сильный, а? Еще подарок. Я-ха-ха! Больше подарков. Еще что-то я собрал. Еще какую-то часть скелетской башки. Зачем это надо? Пока непонятно. Пока мне это непонятно. Мало денег. Так. Что происходит? Как мне к ним спуститься? Сколько с костей? Как мне их убить? А, они, похоже, спускаются на один уровень ниже, каждый раз, как я прыгаю сюда. И что же будет, что же будет, если я прыгну еще раз? Они попадут в лаву и сгорят. I'm a genius. О, нет, вернись. Фух, хорошо, что здесь не как в Террарии исчезают подарки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, мужик. Так. Двойной апперкот, мужик, двойной! Вау! Ты еще жив! Какой он напористый, какой напористый! Все. Это был его последний звук, в принципе. Бух! Супер-мега-хомба! Шмомба! Оля! Бумс! Прыжок! Что здесь? Тупичок, наверное, какой. Как мне его убить? Как мне его убить? Этого козла победить. Блин, сейчас кто-то умрет, и это буду я. Хо-хоу! Не так уж и сложно было. Да? А вот это уже сложно. Давай, 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 е! Прыжок в другую вселенную! Прыжок! Меня распылили! Что? Опять надо будет большого дядю бить? Так, это несложно. А-а-а. Ненужный урон, ненужный урон. Повторяю, ненужный урон. Опять сейчас я умру. Ну давай. Восстанавливай жизнь, что ли, мне. Жизнь мне восстанавливайся как-нибудь, эй. Класс. Не надо попадать под его удары. И тогда все будет шика-шика. Да что такое? Вот... Решишь сделать правильно, так и все плохо сразу. Иди сюда! Давай костяной! Костяной! Я дотерпел своего.
катись, 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 колесико. Опа, опа, опа. А, так, 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 так. Прыжок, прыжок. О, yes, все. О, нет, не все. Бах! Он так это делает, как будто отрывает им что-то. Все. Подарочки, оля, подарочки, оля, подарочки, сеньоры и сеньориты. О, снова мастер захотел со мной поговорить. Чему же он меня теперь научит? А, чувак, серьезно. Заканчивай с ломкой вот этих вот моих статуй, серьезно. А, нажми Б, когда будешь просто стоять, и держи. Это будет тебе супер какой-то удар. Алекмик, хелбот. Хедбот. Башкой, значит, разобьет. Ну давай. Кукарача. Кукарача. Нет, нужно прыжок. Я просто теперь Человек-паук. Спайдер-шмайдер. Роб Шнайдер. Так. Ну. Ба! Воу, что это было? Так, прыжок давай сделай. Вверху нужно... Во! Вот это! Опа! Бы! Не умирай! Бака! Бы! Как-то... Бака! Вот так! Фу. Новый портал, новый портал. Так, куда это возвращает меня? Ага. А, так я уже был тут. У-ху, я прошел по кругу. И теперь вверх. Я теперь человек. Шу, шу, шу. Боякая макака. Очень сложное что-то тут. Я сдулся. Как мне тут пройти? Мне нужно как-то карабкаться. А, прыгай. Так, карабкайся. Нет, это здесь не пройти, мне кажется. Уп, 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 подайзи. Уп, уп. Что у меня с деньгами? Что у меня с деньгами? 1900, давай-ка прикупим что-нибудь. Давай-ка, давай. Значит... А уменьшает время ожидания, пока мои стамины бобины... Стамины — это вот эти вот желтые квадратики, которых устают. Respawn boost, reduce wait before the player respawn. А, зачем это для коп-мода? Па-па-па! Посмотрим, что это такое за суплекс. Devastation Suplex with Massive Splash. Не знаю, что-то я пока стремаюсь брать это. Возьму вот эту просто. Па-па-па-па-па. Окей, бро, окей. Что? О, телепортер. Воу. Who are you? You come. Ты кто ты? Ты пришел? Сообщением от моего брата, да? Я видел тебя. Я видел твоего брата. А, я теперь могу его слышать. Я думал, что я одинок. Спасибо тебе, герой. Как было сказано раньше, мы офигенное транспортное средство с моим братом. То есть они что-то вроде портала друг в друга. Хочешь отправиться в путешествие? Пока нет, дружок. Может, в следующий раз, чувак. See you later. See you later. Так, еще у меня есть... Наверх. Опа. Оп-оп-оп. Так, мои старые приятели. Ой, там костяной браток. Костяной махало.
Оп. Оп. Что, это еще не все? Как так? Что это было за вообще? Отлично. Прыжок давай. Это мы еще по храму дождя ходим. Снова бородавочник. Что за бородавочник? За бородавочник. Пока от них какой-то угрозы я не видел вообще никакой. Малайла, малайла, все. Так. Окей. Мне нужно как-то... Yes. Ловкость и никакого мошенства. А это еще... Ага, мне как раз нужно туда двигаться. Мне нужно, наверное, будет как-то вернуться за тем классным сундуком внизу. Опять я сдох. И как-то его домучить? Я сказал вернуться. Бах. Вот так. Так-то лучше. Карта, оказывается, полезная вещь, такая вещь, карта. Значит, там по-другому не пройти. Придется... Где? Так, это портал. Карта, вещь такая полезная. Куда мне идти? Мне идти налево. Понял, мне нужно перепрыгнуть. Наверное. Как? Оп, да тут же тупик. Нет. Вау! Что это было? Сердечко! Сердечко мое, гори! Я ж вспотел весь. Так, где тут что? Карта. Так. Иду, иду наверх. Иду наверх, иду на ты, иду наверх, иду на ты. Ты 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 ты. Вот, на этом замечательном моменте продолжение путешествия в храме дождя в следующий раз. Спасибо, что смотрели, до новых встреч, пока!